Всем привет, друзья! Мы играем Седьмые Герои, проходим дополнение испытания огнем. У нас вторая миссия в кампании за Ивана, называется она «За огонь в крови». 858 год, Седьмого Дракона. Аслаук решила сжечь все шахты и ресурсы в спорных землях, оставив лишь пепел и пыль. Ивану и его союзникам из числа гномов надо остановить ее. Аслаук ждала нас, и она знала, что ее время на исходе, но не хотела сдаваться без боя. Увидев дым на горизонте, мы поняли, что она задумала. К вечеру холмы вдали освещало зарево пожара. Хитрая тактика. Аслаук поджигала шахты, уничтожая ресурсы. Даже победив Аслаук, мы не получили бы того, за что сражались. И нашему союзу с Гримхеймом пришел бы конец. Ее нужно было остановить. Похоже, ваш родной Тор Линдхат оказался в самом центре нашего конфликта с Аслаук, леди Вильма. Живущие там гномы раньше торговали с Империей. Они понимают, как важно сохранять мир. Да, большая часть витражей в моем тронном зале – их работа. Стартовала наша миссия. Видим мы, что у нас три героя. Давайте познакомимся с заданиями. Первое основное задание – не допустить гибели всех героев, троих. Второе задание – настало время победить Аслаук и уничтожить банды гномов. Победить Аслаук. И задача у нас в самом конце карты. Следующее основное задание – остановить приспешников Аслаук, пока они не уничтожили все шахты. Остановить приспешников, уничтожена одна шахта из 25. То есть нам надо уничтожить приспешников, пока они не уничтожили все шахты наши. На данной территории. Давайте смотрим с героями, знакомимся ближе. Как у Ивана, его сборничек артефактов. Посмотрим. Напомню, что я ему набрал. Грандмастер добродетеля, грандмастер лидерства у него, на знатоки изначальная магия, магия света, просвещенность добирал до интуиции, чтобы четвертый уровень заклинаний иметь возможность выучить. И в искусстве войны у него машины до уровня мастера без подобилки. Знаток в исследовании, боевые кличи тут по минимуму. Знаток дипломатии. Армия, смотрим, какая у него. Такая неплохая, в принципе. Бримстоун. Перешел у нас с четырьмя сборниками. Не сборниками, а реликвии, которые мы в руническом горне выковали. Три из этих артефактов на магию. Один на инициативу, в принципе, тоже к духу, тоже магически, скажем так. Армия тоже у него средненькая. Параметры. Грандмастер огня, грандмастер рун и грандмастер просвещенности. Есть немножко магии воздуха. Изначально взята магия земли, взята за счет навыка одаренный маг. У него все эти магии на уровне кастуются. И новый герой, которого у нас не было, это Вильма. Смотрим, что у нее есть. Просвещенность, грандмастер рун, грандмастер экономики и мастер боевых кличей. Исследование на уровне знатока без подобилки, да? Плохо, в принципе, армия примерно как у Бримстоуна. Есть также артефакты из сета гномьего, причем два. Прямой выстрел. Инициатива стрелкам. Здесь дальность перемещения.
артефакт. Посмотрим, что у нее из заклинаний есть. Из заклинаний она знает только боевые кличи. Нам на старте дан город. Родной город Вильмы. 27 уровень. Пять построено. Их можно призвать. Бримстоун и Иван у нас сверху стоят. А Вильма снизу. И у нее грандмастерский уровень по экономике. Давайте ее сразу поставим наместником. Сделали оформление города, поместили в такую чашу, по виду напоминает город гномов в пятых героях. Собираем ресурсы. Изучает Вильма заклинания, которые в гильдии. Стена пламени, неплохо. Второй уровень только отстроен. Ставим сразу ее наместником. Теперь мы можем два строения строить в день. Давайте сразу Капитолий поставим. Казначейство, в принципе, прикольно. Ну, армию надо ставить, можно гильдию. У нас там свет и огонь. Огненный шар у нас есть. Наверное, магию мы будем попозже ставить. Хотя, если она будет выходить, может быть, имело смысл как раз построить 3-4 уровень и обучить этим заклинаниям. Давайте строим магию. Так, Ивану тяжело будет мне передать это, нам. Смотрим карту. Заброшенная шахта. Управление мостом. Надо сначала решить, какие артефакты оставить, какие передать. На инициативу, наверное, отдам Ивану, а остальные оставлю Бримстоуну. Поднимается Вильма. Сапожки отдадим. Это под стрелков. Шапку тоже неплохо для обзорки. Защита. Все арты перекину. Пока не решил, будет ли у меня Вильма вообще биться. У нее навыки такие прокачаны, очень сложно ей сражаться. Поменялись они друг с другом заклинаниями. Еще раз посмотрю, что у нее есть потенциально. Интересно, тут навык вообще без названия. Магия огня. 30 уровень, пока она выкачает, это будет очень сложно. Пускай она у нас занимается экономикой. Армию в виде стрелков передал Ивану.
колечко сюда. Магия. К магии. Это тоже Ивану отдадим. Стрелки. У них так прямой выстрел. Но аббатов только ломаная. Ладно, оставим так. В таком виде. Неплохой артефакт. Прямой выстрел. Ладно, с Бримстоном все равно нас тоже через магию будет жечь. Получаем новые заклинания. Одна шахта у нас есть. Поселение. Ну и начнем, наверное, с конюшни, с посещения конюшни. Пойдем по дороге дальше. А Бримстоун пробьет это и сходит за шахтой. Машинки, машинки. Передал Бримстоуну, надо передать их Ивану. Все равно Бримстоун у нас тоже пойдет на конюшню. Присоединяются 17 тысяч, не так много, но если бы это были гномы или люди, я бы взял. Так, будем атаковать. Большая карта. Может даже подставиться. Ресурсы не подбираем, будут этим заниматься другие герои. 150 тысяч опыта. Не так много. Вот если бы эти существа бы присоединились, это было бы колоссально. Кстати, насчет таверны, нету ее в нашем городе. Опять большая карта. Мне, кстати, понравилось на предыдущей карте играть с жрецами, которые
руну нам дают. Распределение урона. Очень эффективная тактика получалась. Семьсот урона, да? Давайте небесный щит. Поглотил урон. Единственное, что у нас грифон. Подставил я его под противника. Еще заклинание манна закончилось. Вроде бы всех вернули, да? Пускай улетает куда-нибудь сюда. Получали мы новый уровень. Я думал, что у нас машина на уровне мастера. Давайте берем. И следующее возьмем. Так, там три выстрела должны получать мы. Шаловка на защиту, Бримстоун на конюшне. Четырнадцать тысяч такие по. Сейчас посмотрим, как будут действовать гномы, побегут ли они самостоятельно, либо можно ими будет управлять. Ставлю один какой-нибудь отряд. Единичку гномов будет самое разумное, мне кажется. Большая карта. Сразу настроим заклинание наше. Есть восстановление, это очень неплохо.
А надо массово его заполучить, и будет фишкой. В принципе, здесь... Да, можем управлять своими существами. Заброшенная шахта, но ее можно остановить и наладить добычу ресурсов. Мне интересно, нужно ли биться там с кем-то. Или это не требуется. Завершаем ход. Проверяем. Да, наверное, надо придется биться с кем-то. Нужно Бримстоун навести сюда. Зря я убежал. Так и оставим. Несколько раз урон даст. Так, это уже погиб, считаем. Остановление тоже надо выносить. Исцеление. Шар. Бремстоуна нет проблем с заклинаниями. Жалко, много хода придется потратить. Пришлось туда-сюда бегая. Часовню строим. И давайте прирост, прирост иммунных существ. Теряем немножко армии. Thank you.
обзоркой можно посмотреть, что дальше у нас лагается. Заклинания есть у всех героев. Бримстоун уже походил. Вильма тоже. Элитные существа Альянса Света. Так, нет у нас обольщения Маласы. Не может наш герой выучить, потому что не может заклинания тьмы. Вот поэтому, по этой причине нет у него его. Отбиваем драгоценные ресурсы. Скорее всего, будет дефицит их на карте. Опять большая карта по размеру. Под один отряд подставился. Ремонт, сюда еще можно идти. Здесь тоже у нас завал. И здесь, похоже, вот так обходить. Ремонт два хода будет, два хода стоять, да? Грифонов бы неплохо присоединить. Заброшенной шахте армия. Видел, что там руна Фортуны, и сразу поставил ее. А у нас выпал боевой дух. Использовать смысла нету, ее рун разрушения, он под огнем погибнет. Накидываем щит. Аккурат они войдут в огненную стену.
просто бежал. Молодец. Золотая шахта, получаем прирост золота. Видимо, отправляем на конюшню. Брейнстоун, наверное, пойдет вниз. До конца нам недели надо поставить чемпионов и до прироста всех существ. Давайте посмотрим, кто против нас на карте играет. Банды гномов, 2 города, 3 героя. Черная стража, 1 город, 3 героя. Отправим разведчика узнать про лучшего героя. Банд гномов. Дистанция. Стал сверху, попробуем двух грифонов пробить сквозным. Нет, не получается. Давайте вниз, наверное. Так, полностью ход мы потеряем. Есть смысл дособрать ресурсы. Сходу он, очевидно, не может ремонт сделать, заказывать.
снизу какой-то безжизненный участок. Вельму на конюшню. Немножко не хватает ей, чтобы стать на ремонт. Сделает она это после сбора ресурсов на следующий ход, я думаю. Да, должна достать. Бримстон немножко поприбывает. Тут у нас баг в действии. Баг стены пламени, когда существо бегает только в рамках данного созданного заклинанием поля. А, наверное, придется Бримстону стать на ремонт. Так, у нас заклинание огненного шара делось. При небольших армиях магия гораздо сильнее. Так, тут оказывается он рабочий мост. Аслаук и ее банды шли по стране, оставляя за собой пепелище. Надо было спешить, чтобы все не оказалось напрасно. Это очень неплохо. Очень неплохо. Военная школа. Будем строить, наверное, драконов. Они мне как-то больше понравились. Звездного серебра у нас недостаточно. Уничтожено 6 шахт. Звездное серебро. Пробиваем циклопов. У них иммунитет к огню. 50%, вот это плохо. Так, сначала можно коллапс зарядить, у них большое количество.
больше мы никаким заклинанием другим не выбьем. Еще раз коллапс. Набор хранителя. Артефактик, судя по всему, к звездное серебро здесь, здесь. Идем в город. Давайте иконов поставим. Здесь грейд. И прирост 5 нам нужно еще, да? 5 единиц звездного серебра. Ну, нормально. Хорошие сундучки. Так, мне интересно, кто-то будет охранять шахты или нет. К свету. Нам нужен такой артефактик. Стрелу не становится, но ладно. Пошел атаковать другого, потому что этого здесь у нас много кто сможет добрать. Thank you.
артефакт стал сразу на место. Давайте первую шахту возьмем. Еще один завал. Школы нет у нас никаких навыков, которые могли бы мы улучшить. Интересно, что все существа улучшены. Набор хранителя. Один элемент у нас есть. Незначительная армия. Идем к шахте. Еще один набор хранителя. Так, можем собрать его. Единственное, что нам это не нужно. Здесь что у нас? Последний ход у нас на данной неделе. Надо единицу звездного серебра найти. Все поднялись.
Так, по сути, шахты нам освобождать нету смысла. Так, здесь плюс магия. Дальше проход. Проход вниз. А форт, который дает контроль над зоной. Неплохо. Не дает. Давайте построим прирост. Не хватает нам одной единицы звездного серебра. Мы ее сейчас приобретем и выменим на рынке. Давайте за золото. На этом мы завершим первую неделю и первый эпизод по второй миссии. Спасибо всем за внимание. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и следите за новыми видео. Всем спасибо, всем удачи.